В Печоро-Илочском заповеднике не хватает рук, кормов для питомцев лосифермы. Надо заготавливать много, а потому здесь всегда рады волонтерам. Заповедники их накормят и устроят культурную программу. Как подать заявку и променять пляж на дикую природу, знает Елена Кононова. Девушки собирают иван-чай, мужчины на себя взяли более тяжелую работу. Один пилит деревья, двое рубят ветки. Это для летнего и витаминного рациона питомцев лосифермы. Кормов для них заготавливать надо много, а рук в Печоро-Илочском заповеднике не хватает. Поэтому здесь всегда рады волонтерам. У Георгия из Ухты была возможность приехать сюда еще в прошлом году, но решился только этим летом и не пожалел. Это надо развивать, особенно когда это делает молодежь, потому что это интересно, это новые места. К примеру, я вот ни разу здесь не был, ни разу не видел лосей вживую. И хоть никакие, но это эмоции, это помощь людям, которые каждый день так трудятся и, возможно, немножко устали. И, да, надо таким помогать, нужно больше людей привлекать к этому. Уборка мусора с берега реки в поселке Якша, колка дров, чистка просек и троп. Работы для волонтеров хватает. Мария приехала из Москвы. У нее уже был опыт волонтерства. Девушка помогала восстанавливать памятники архитектуры. Между тем, всегда мечтала побывать в заповеднике. И вот, наконец, она среди девственной природы, где впервые увидела морожку и сама кормила лосят. Сегодня в музее заповедника помогает сканировать фонды. У нас есть госкаталог в стране, куда все музеи обязаны выкладывать свои фонды. Фотографии, описание, данные. Это очень облегчает работу исследователя. Ну, то есть я вот как историк обожаю этот сайт. И в музее есть два отдела. Это отдел природы и отдел этнографии. И там есть графические материалы. Живопись, графика, фотографии, бумажные письма, архивные материалы. Волонтеры в заповеднике – частые гости, но особенно активно экологическое добровольческое движение стало развиваться с 2015 года, когда стали благоустраивать плато Мань-Попунёр. С тех пор здесь побывали тысячи туристов, которые вместо отдыха на пляже предпочитают природу. Это люди всех возрастов, с очень широкой географией, со всей России, не только с России, но и со всего мира. В нашем заповеднике существует волонтерская программа, по которой любой желающий может подать заявку на интересующий вид работ и приехать помочь заповеднику. Вот. Заявки, как правило, принимаются у нас по весне и летом, в течение летнего сезона, люди приезжают и работают. Но также мы принимаем и волонтеров и в зимний период. Заявку можно подать на сайте заповедника. Волонтеров здесь обеспечивают продовольствием. Кроме того, они не только помогают по хозяйству, для них подготовлена еще и культурная программа. Елена Кононова, Николай Смирнов, телеканал «Юрган».